Всем привет, ребята. Боже, вышла сегодня на работу после выходных на природе. Ну, я вечером вчера еще чувствовала, что этот... пошли сопли, аллергия, глаза вот такие красные, чешутся. Боже, я сегодня утром встала, чихаю без конца. В общем, видать, что-то зацвело, и мне прямо... Ой, да я отпустила сегодня с работы, потому что я не работаю, только мучилась. Нос натерла на уживавке. Да, шла с работы. Назар выскочил в магазин. Купил пластивцы вот такие себе. Взяла приправу 10 овощей. Молоко. Приправа для свинины. Кусочек сыра такого. И свининка и куриное филе. Сейчас замариную, сегодня ужин будет быстрый и легкий. Сама лягу, отлежусь, может попустить. Но мне больно даже смотреть. Вот тут все как оголенное, обложено. Фу. Лоскотик, все зудит. Короче, съездила. Я-то уже подключила все препараты, но они ж пока подействуют, только аж завтра должно полегшать. Вот. Поэтому сейчас... замариную мясо и лягу, отлежусь, малюшка. Бо уже аж голова вот такая от этих чиханий. Мяско мое. Курятинку уже вытягиваю, а свининку еще поставлю потушиться. Куриное филе вытащу сейчас. Вот так порезала. Львы, уже куриное филешка готова. Вика толчет. Картошку и грибочки решили открыть. У нас еще пооставались. Бегу уже на работу. Новый день. Сегодня мне уже полегче. Глаза так не слезятся. Чихания нету. И сопли не летят водой. Поэтому таблетки от аллергии. И нос пшикалка делает свою работу. Поэтому сегодня мне уже полегче на работу. Иду сейчас вынесу мусор. Несу и на работку. И сегодня выскочу еще к Хатунке на ногти с работы. Уже туда после обеда. Так что такие планы на день. А, тут, да. Простите. Да ничего. Короче, я у Хатунки уже. Вот такой теперь будет совсем у меня другой. Хатуна еще не знает какой. Сейчас узнает. Вон она спряталась. Так хорошо тебе со стрижкой. А, ты меня... Ты мене бачила? Мельком бачу. А, так я чулку убрала для роботи. А, ну, ну, мені більше подобається, ніж з волотами. З волосами. З волотами. Да. Надо на всіх пожарити? Ні. Короче, вот. Белый. Чисто белый. Нету резкости зараз. А там теж не гарно, так? Чого? Ні, хорошо. Видно. Все. Захотелось мне прям беленький. Кожа чуть-чуть подзагорела уже под конец лета, и можно уже белый. Да. Еще такую блесточку мелкую. Не так ее ярко видно, но пустили. Ревизор у нас на месте, да, Симочка? Ревизор у нас на месте. Вот этот сладкий, такой сладкий. Так, купила сегодня персики. У меня все такие большие персики, что все спрашивают... Почем абрикосы брали? Говорю, да это персики. 3 человека так спрашивают. И слив взяла. Такие сладючие. Завтра еще куплю. Взяла на пробу. Ну, сладючие. Так, капец просто. Так, взяла эту... Господи, как она называется? Рукав для запекания. Хочу сейчас стегна и... Это для Симочки. Стегна, огурцы взяла. Вика попросила... И картошку сейчас запеку со стегнами в рукаве. Все надо по-быстрому сейчас готовить. Мои уже сходятся, Сережка. Запекла в рукаве. Вон картошка, курица, все переложила в кастрюлю. Здесь из этого с кабачка оладушки. Сейчас будет тут кабачок. Я его от сока отдавила. Вот это уже с яйцом оно такое жиденько кажется. Яйца добавила так. И просто муку. Все, сейчас на сковородке пожарю.
будет готово. Где-то пару столовых ложечек, чтобы не было одной муки. Вот так вот. Я и чесночка добавила сюда. Все, сейчас закидываю и зажариваю. Готово, мои латушки последние сгорели. Первые все съели. Первые две сковородки съели сразу же. А это последнее начало отвлекаться и, короче, попригорали. В общем, ладно. Завтра у меня выходной, но я завтра иду все равно на работу. Попью, так пить хотела. Иду на работу, у нас у девочки день рождения сегодня, и завтра мы будем ее поздравлять, поэтому с утра к Хатунке на реснички, потом на работу заскочу, поздравим, посидим и домой вечером. А на сегодня все. Бегу к Хатунке. У меня сегодня выходной, новый день. Бегу на реснички. Я, когда аллергия это у меня была, вот на днях, уже, кстати, гораздо легче. Вообще, намного легче. Но я глаза настолько зудели, что повыдирала уже те ресницы напрочь. Короче, можно было бы еще походить, но уже все. Иду делать. Погодка сегодня прохладная. Я одела джинсы сегодня. Прямо, чтобы не замерзнуть. Потом на работу бегу на день рождения. Все, уже бегу от Хатунки. Быстро мельком показываю, куда бежала. Дальше. Короче, хорошо. Отлично. Чуть глаза немножко послезились и подбаливают. Ну все, убегаю дальше. 10 часов, возвращаюсь домой. Мать сегодня загуляла. Так всегда заходишь к нам во двор и жуть. Темень нереально. Классно мы посидели. Еще вне работы. Ну, уже когда закрылись, еще в кафешечке посидели. Клево. Ай, запуталась. Мои уже там, наверное, меня заждались. Может и нет. У нас очень классный коллектив. Очень классно всегда мы сидим. Посиделочки классные. Так, очки надо вытащить наверх, чтобы они в сумке до завтра не затерялись. И выходной, как будто не выходной. Блин, где мои ключи? Баськин. Баськин, ты терся там. Один выходной, и я на работе целый день. Полдня. Ну, больше полдня. Что такое? Блин. Сейчас тут дурацкий домофон. Надо нажать вот эту. Вот так. Домофон заедает иногда. Короче, дома ничего не сделала. Вот это единственное, что меня немножко угнетает. Что я прогуляла целый день. Ну, уличка. И дома ничего не сделала. А в субботу мы уже уезжаем. Но это я потом расскажу, куда, чего и как. 45 годиков гуляли. Сливы очень вкусные все. Я пробовал уже. Ой, дай мне персик. Спасибо. Холодный. Там косточки осторожно. Ты в курсе? Вот тут их. Ты попробуй это, зубы вот так в холодное. Угу. Угу. Аж холодок по зубам. Вот это надо выкинуть отдельно. Что тут дома? Все в порядок? Ты как домофон открыла? Проблемно. Ну, нажимала эту и ключом. А у меня не получилось, не так, не так. Не, у меня вот так получилось. Звонил, никак открывала. Да?
Не, вот так получилось, но это ненормально, блин. У нас вечно этот домофон заедает, что-то с ним не то. Надо вызывать, мы же платим за домофон. То надо вызывать, пусть делают. Ах, такие дела. Ладно, все, я дома, отлично провела день. Завтра на работу, послезавтра на работу. И отпуск. Да. Причем у всех, у всей семьи. У Назара, в принципе, отпуск все лето. А теперь еще у нас добавляется. Блин, кисленький мне попался персик. Тоже самое. Тоже? Угу. А сливу ты пробовал? Сладющая, капец. Ладно, все. Вот такие вот три дня. Появляюсь. Каждый день одно и то же. Так что, кому не интересно, проходим мимо. Я шучу. Все, всем пока, всех обняла.